семьи более свободное воспитание, детские сады, то есть детские сады, да. А результаты какие-то есть? Результаты есть, конечно, дети более свободны, более гармоничны, это более счастливые дети. Ребята, урок вы есть предложение, спасибо большое. Если позволите, так как то, что здесь происходит, находится в зоне моей компетенции. Я профессиональный режиссер. Есть очень интересное правило такое, знаете, называется правило младенца. Если начинаешь скучать, бей ногами, писай себе в штаны, кричи, дерись, но сделай что угодно, лишь бы это не было скучно. Знаете, в театре не может быть ничего, кроме скуки, пошлости и все. Все остальное может. У меня к вам предложение. Вот мне сейчас скучно. Я тоже. Подождите. Ну, то есть... До того, как Ладу мы... Скучаем по очереди. Хлопаем в ладоши, скучный роман. Поймите, дело же не в романе и не в каждом из вас. Дело в формате, правильно? Нам нужен формат какой-то. Мы его вырабатываем сейчас. У меня к вам предложение. То, что я услышал, когда меня звали сюда на это мероприятие, то, что соберутся люди, разные, абсолютно различных вероисповеданий, желаний, стремлений, но их что-то, может быть, объединяет. И они консолидируются, соединятся, синхронизируются, что-то такое. Пока я не вижу, что между нами происходит что-то синхронизирующееся. У меня есть предложение. Для того, чтобы увидеть, как это синхронизируется, сначала надо посмотреть, кто с чем пришел. Это немного нудности, а потом... Ну, не умереть в момент этого... процесса. Ну а как по-другому? Кому скучно, друзьям. У меня есть предложение. У меня есть предложение. Нет, это без проблем. Я попробую сейчас начать. Вдруг у меня задастся формат. Если не задастся, ну бог с ним. Правильно? Давай. Я свое попробовал. Я попробую сейчас коротко выступить, но есть предложение к формату. Раз. Давайте говорить не... Ну, я сейчас вот маленькую секунду вам покажу. Вот, знаете, на что это похоже? Вы знаете, сегодня мы собрались с вами на круглом столе, чтобы обсудить, значит, определенные вопросы и проблемы. Я предлагаю высказаться на тему сначала вот, молодому человеку в красной рубашке. Да, спасибо. Да. Я считаю, что ваша проблема действительно актуальна. Вы являетесь специалистом, да. Давайте выступим на тему экологии. Ну, как вам сказать? Ну, действительно, нам есть что сказать на эту глобальную тему. Подождите. Спокойствие. Подождите. Вы понимаете, о чем? Да. Много слов ни о чем. Но с другой стороны, можно буянить, кричать, это тоже неправильно. Что я предлагаю? Во-первых, после все, что мы говорим, давайте говорить из глаз ребенка. Вот то, что сейчас нам нужно. Да. Вот то, что сейчас нам, необходимо. Не вообще, вот знаете, вот эти все эти глобальные сборища, вот это, про эти глобальные вот эти экологии. Супер, Роман, я уловил тебя, я сейчас расскажу. Сейчас, конкретно, вот я сейчас что делаю? Меня там ждет девушка, с которой мы согласуем бюджет на следующий год с управой. Я ей даю конкретные проекты, поэтому предлагаю создать молодежный проектный клуб, где мы будем запускать проекты просто на конвейере и искать финансирование на поддержку. Все. Да, ради этого всего делается. Для этого мы, вот проект он общую идеологическую структуру обрисовывает, да, это общая такая, в которой эти проекты будут синхронизироваться и встраиваться. Они должны биться с общей философией Кона. Так, чтобы мы не продавали там какой-то алкоголь, там еще что-то, да, чтобы у нас, когда это общая ветка была идеологическая, мы согласуем общую идеологическую ветку, каждый предлагает проект, потом мы его отдаем на запаковку, запаковываем и на разные инвестиционные там программы, бюджетные программы, какие угодно программы, где деньги дают. Потому что финансы это пока что единственный ресурс, который является каким-то мини-топливом таким, которое можно заливать в проект, и проект пойдет. На волонтерских началах далеко не уедешь. Из опыта скажу 7-летнего. Вот позвольте маленький формат ввести. Вот сейчас сказал Игорь что-то, да? Ну там про кон, там про то, что у него девушка сидит наверху и так далее. В ком-то из вас это отозвалось? Да. У кого-то из вас? Вот. Можете пару слов сказать просто конкретно, что отозвалось, что можно сделать и какие ваши предложения? Понравилось смотреть, типа, и практику. Не-не, вас-то что отозвалось? Вы что предлагаете? Я в целом высказываю мысль, что отозвалось. Что конкретно... Что делать будем? Человек четко сказал по делу. Что нужно делать, что сейчас делать, а что планирует делать. Есть что-нибудь у вас согласованное с этим? Проект есть готовый? У меня есть. Ну, вот, пожалуйста, для инвестирования просто там не запланировалось, не планировал привлекать инвесторов. Поэтому в данном случае... В команду войдется нормального латишник, мы уже знаем. А он уже, да, он уже пропал. Отстаньте от него. В общем, можно я скажу, что это за... Давай, давай. В общем, эта идея не нова, с этой идеей мы уже сейчас практически разбираемся, фактически, то есть на злобу дня. Потому что любое дело должно быть с ресурсом, да, то есть самое главное сейчас кровь — это деньги. По большей части. Для того, чтобы дышать, нужно иметь какую-то кровь в себе, чтобы она циркулировала. Смысл дыхания был. Потому что говорить можно много, а по факту действовать приходится уже ресурсно, прикладно. Поэтому то, о чем он сказал, это сейчас действительно открытый вопрос, он стоит остро и вчера. То есть сейчас срочно в этом клубе создается, так скажем, вот этот проект, который еще пока, ну, как ты его назвала? Коротенько. Кон. Нет. Кон — это общий проект. Конвейер проектов? Конвейер проект, как точно. И в котором просто приходит сюда какая-то идея, бизнес-идея, и она допиливается до состояния, чтобы ее можно было предложить на инвестирование, либо на какие-то там транши, гранты и так далее. Вот что отозвалось. Позвольте, спасибо. Я еще помогу с форматом. Вот давай. Я режиссер, я занимаюсь. Отлично, спортом. Отлично, мне нравится. Есть, вот человек сказал мысль, да, у человека отозвалось что-то, но пока непонятно, что в действии. И у вас отозвалось-то тоже какой-то мысли, какой-то речи. Но знаете, был такой Лев Николаевич Толстой. Он замечательные вещи писал. Он говорил, вы знаете, в России нет ничего сильнее, чем действенная любовь. Вот немцы, говорил он, ну я так утрирую, парапиновически, говорит, вот немцы, они говорят о любви, а русские делают любовь. И это я к чему? Потому что давайте пусть каждая наша мысль, высказанная нами на этом вечере, ведет за собой какое-то действие. Если же мы произносим мысль без действия, то я считаю, что это болтология, тавтология и прочее ересь современного. Конкретный план на неделю. Вот Игорь, слышите, он же сказал мысль. За его мыслью действие какое? Во-первых, там девушка сидит, ждет собеседования, уже действие, да, сейчас произойдет. А во-вторых, он делает проект конвейер проектов по упакованию всех нас. Вы понимаете, как каждое наше действие может с этим согласовываться? То есть мы можем свой проект ему отдать и упаковаться. В общем, цели, да. Теперь вопрос. Что каждый из вас сможет сделать согласованно с тем, что он сказал? Какие действия, может быть, возникнут у вас? Да. Как клиенты, да, за покупку? Во-первых, чтобы заинтересовать каждого из здесь присутствующих, каждый должен записать цель, ради которой он вступает в это сообщество. Вот у каждого есть анкета, то есть каждый сейчас может сделать то, что может сделать. Потому что я здесь сижу уже 20 минут, и я ни хрена не понимаю, зачем я здесь сижу. Вот конкретно, как вы мне, как вы все поможете достичь моей цели. Кто-нибудь понимает, как я могу помочь достичь твоей цели, твоей цели, твоей цели? Я понимаю, как ты можешь достичь моей цели. Потому что мы с тобой предварительно пообщались и согласовали цели. Поэтому я предлагаю согласовать общую цель. Нас Ярослав Старухин просит. Это займет буквально 20 минут. Мы не согласуем сейчас. Мы не согласуем сейчас. Нужна автоматизация, нужно заполнение анкет. Да есть технология конкретная. Ну что болтать? Ну вот мы сидим и болтаем. Вот есть эта технология. Где она, эта технология? Нам Жириновского сюда не хватает. Где эта технология? Нету этой технологии. Если предлагаешь, что значит автоматизация? Сядьте, давайте рассказывайте дальше. Можно вопрос, Игорь? Да. Игорь, а вот прозвучал вопрос про, то есть прозвучало высказывание про проект, уже какую-то готовую идею в рамках идеологии проекта. И, соответственно, запаковывание и его инвестирование. Да. О каких суммах идет речь? А какие суммы тебе нужны? 50 миллионов. Сколько? 50. 50 миллионов? Да. У меня нет. Нет. Наличий нету, но я найду их. Есть проект у меня, не у меня, точнее, у моего хорошего товарища знакомого, уже действующий, который сам лично вложил около 5 миллионов. Тестовый проект Сколково одобрено, ну, то есть в рамках... Вы резидент Сколково? Что? Вы резидент Сколково? Нет. Ребят, я попросил бы вернуть обратную тематику, мне не понравилось. Честно говоря, превратился в базар. Давай мы все-таки выясним, кто с чем пришел. Можно я закончу? Вот человек сейчас закончит. И мне оставляется, что он бизнесмен, предприниматель. У него конкретно вот был вопрос, и мы с ним обсуждали, он ищет, искал место. Я вот сейчас хочу задать вопрос. Могу я сейчас к нему прийти и сказать, что так и так, у меня есть знакомые, которые, если твой проект вписывается в идеологию, ты готовы инвестировать в эту сумму. На какие условия? Давайте все договорим. Давайте вот эти вещи можно потом. А то остальным получается уже... То есть моего личного интереса в этом нет. Так, стоп, ребят. Дело в том, что здесь не просто уже создан проект, и мы тут принимаем проект и упаковываем, а мы создаем этот проект. Каждый здесь сейчас должен послужить тому, чтобы образовалась качественная команда, которая это делает качественно, и нам не стыдно будет за 50 миллионов упаковать проект. И я хочу, чтобы каждый здесь выступал в роли участника, а не... Я еще повторюсь, в рамках, как бы, есть стратегическая цель, да, это цель развития локальных территорий и общей России. То есть всякий шлак по типу там чехлы для айфонов рассматриваться не будет. А может, позвольте, видите, я выступлю и перестану вспенивать сознание. Я спокойно иду, там, на водичке буду там плескаться и прочее. Я свои 3 минуты возьму. Что у нас есть? Что мы делаем? У нас есть здание в центре Москвы. В рамках этого здания мы разрабатываем информационный продукт. Проще говоря, мы умеем делать виртуальные копии людей. То есть вот мы берем человека, например, вас, и можем полностью виртуальную структуру информационную создать и выпустить ее в сеть интернет. Мы говорим, что проблема современного мира, и это связано с экопоселением, проблема современного мира то, что слишком много информации. Вот сейчас мы сидим 2 часа, уже слишком много информации. Я бы лучше уже там сопельки поковырял, там поплевался, посмотрел на небо. Уже хочется опыта, действия, не хочется больше информации. Мы говорим, что надо взять сейчас и хотя бы с каких-то конкретных людей, наиболее компетентных, информационных, всю информацию снять, а потом посмотреть, что останется. А как ни странно, останется все самое настоящее. Останется душа, опыт, личная инициализация. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот представьте, если вы приезжаете на какой-то мастер-класс, и вы педагога, до того, как вы приедете, прочитали книгу этого педагога. Представляете? Книгу, прям 400 страниц. Вот раньше это было вежливо. Если вы куда-то приходите, вы заранее ознакомливаетесь с информацией. И когда вы к нему приходите, вы уже не информацию, бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот, друг друга получаете. А вы начинаете чисто воспринимать его целиком. Как он рядом, как он живет, как его пример. Понимаете, вот чего мы хотим достичь. Как это связано с экологическим поселением? Нам кажется, что прятаться сейчас в экопоселениях практически будет невозможно, потому что мы информационно все равно зависимы от окружающих. Но мы можем попытаться в экопоселение принести то, что не связано с информацией. Понимаете? Вот, как же это объяснить? Ну вот представьте, если бы мы сейчас все здесь собрались и не бла-бла-бла-бла-бла-бла друг другу говорили, а, например, вместе бы какой-то опыт прожили, или вместе бы какое-то уже действие создали, ну чтобы информации тут было минимум. Вот это мое предложение, что делать, например, на следующих встречах совместно. То есть распределить роли и что-то минимальное сделать. Что касается конкретики, то что у нас есть? Мы можем помочь, если в вашем проекте есть у вас, то мы можем в рамках каких-то грантов или там наших субсидий или наших инвестиций, можем помочь вам в упаковке, можем помочь вам в появлении в интернете. Мы лучшие специалисты в интернете, одни из лучших, которые есть в Москве. Мы можем, например, помочь вам с бизнес-моделью, потому что мы в этом понимаем, в бизнес-предпринимательстве, в том, чтобы как зарабатывать, как через интернет зарабатывать. И мы настроены на то, чтобы создать информационную систему, виртуальную систему в интернете, посвященную только экологической тематике. Например, экопоселению. Вот все мы хотим собрать 30 топовых спикеров, создать их виртуальные копии, поместить их в закрытую, вот, внимание, в закрытую систему. Потому что, как ни странно, только закрытая имеет свойство вирусности. Знаете, как школу? Как убить школу? Самое легкое, чтобы убить школу, надо ее популяризовать. Например, всем рассказать. Все, школа умрет. Поэтому самые сильные школы всегда были закрыты. Вот и все. Это мое предложение. То есть нам надо здесь закрытое сообщество создать, чтобы выжить. Да. Можно я тоже выступлю? я так понял, нужно понять, у кого какая зона ответственности. Вот я на своем примере. У меня зона ответственности район. 70 тысяч населения, 19 тысяч молодежи. Направление моей деятельности – это работа с молодежью и с общественным сектором. Место. У меня есть место. Это площадка, где я могу собирать людей и с ними взаимодействовать. Проблема, которую я решаю. Я решаю проблему, которую должно решать государство, как система. Но у государства много других проблем, поэтому у него не хватает времени. И я беру на себя ответственность за государство, что я буду заниматься молодежью и задавать правильный вектор развития этому слою, самому активному, продуктивному. И от этого слоя, ну, прослойка молодежь, зависит дальнейшая репродуктивная способность нашей нации. То есть тот, кто работает с молодежью и владеет умами молодежи, тот в будущем будет владеть территорией и страной, в принципе. Поэтому это очень важный момент. Что я делаю? Что я делаю? Я сейчас нахожусь здесь на базе и продумываю стратегию взаимодействия с внешними структурами и с людьми. В чем мое преимущество и вообще преимущество данной площадки и мое конкретно? У меня есть опыт работы в госструктурах. Я уже не первый год в молодежной политике. Площадка, этой площадке 25 лет, и у нее сильный руководитель Михаил Георгиевич, который изучил всю систему социального взаимодействия, имеет колоссальный опыт. Он является моим ментором. В чем, для чего это все нужно мне и вам, для того, чтобы качество нашей жизни и благосостояния, ну это как миссия, да, улучшалось, и качество вокруг нас, людей, тоже улучшалось. За счет тех действий, которые мы прикладываем в социуме и в нашей стране. То есть я как-то так это вижу. Все. Отлично. Ярослав Старухин. Дорогие друзья, ну я ж покидаю вас сейчас, иначе на автобус мы не успеем, надо на метро успеть. Вот почему я сказал, что кандидат в президенты, дорогие друзья. Мы сидим на ресурсах. Сегодняшняя экономика, она ресурсная. И мир развивался до той поры, пока можно было открывать колонии, завоевывать кого-то, откуда-то тащить ресурсы. Ресурсы ограничены, планета Земля маленькая, мы летим в открытом космосе, и нам нужно думать, что делать. Мы много тысячелетий убивали друг друга и совершенствовали орудие убийства. И ученые на сегодняшний день знают, как получать материальное из полевых окружающих структур. Это значит, что в любой точке планеты человек может получать неограниченное количество энергии. И эту энергию направлять на обеспечение себя водой, связью, транспортом, элементами, всем чем угодно. Но последние 100 лет это блокируется. Вкладываются сотни миллионов долларов. Сотни миллионов долларов вкладываются, чтобы мы с вами разговаривали о чем угодно. Но только не об энергетике, не только не о ресурсах, только не о ученых. О экологии, о питании, о вот там клубах детских и, там, и так далее. Тысячи этих вопросов, тысячи. Но вопрос ресурсный никто здесь не обсуждает. Единицы людей, моя задача, не понравится вам, а... пользуясь тем, что работают видеокамеры, что единицы людей двигают цивилизацию вперед. Оглядываясь назад, мы можем сделать выводы, что быдло, широкое быдло, которому и мы с вами принадлежим, затаптывает единиц, которые предлагают всех нас накормить, напоить, прекратить войны на планете. Среди нас есть эти люди, но мы тратим время не на обсуждение этого дела, как это дело внедрить. Спасибо большое, я пошел. Все, да, Сергей Челганов. У тебя структурирована база по проектам или нет? Или они так хаотичны? Потому что сколько я не проверял некоторых людей на твоей странице, как бы до дела так и не дошло. То есть финансы есть, все есть, а начинается вот был один. В чем заключается, что когда говорится, что есть финансы, это полное вранье. Финансов нету. У меня есть Redux, окей? Это через те же самые... Вот это вот чушь, вот это полная чушь, когда говорят... Вопрос такой, Ярослав, у тебя все-таки структурирована эта база данных, они живые все, то есть технологии, о которых ты говоришь. Хоронит ученых, я чем занимаюсь? Да я сам их знаю, кого хоронит, спрашиваю, структурировано или нет. Что структурировано? База данных у тебя есть. Какая база данных? Ты о чем говоришь? О летающей тарелке, о холодном ядерном синтезе, о опреснении воды, о чем ты говоришь? Об этих телефонах, об этих контактах с этими людьми. Это список закрытых технологий, засекреченный список закрытых... Я поднимаю тему. Кто ты такой? Кто мы здесь такие, чтобы нам на стол выложить список этих технологий? Ну, о чем ты говоришь? Все, так вот. Скажи, есть, но я вам не дам. Да, есть, но он закрытый. И задача какая, что либо мы этим будем заниматься, и, возможно, при нашей жизни эти технологии придут в нашу жизнь. Можно этим не заниматься, и мы будем вот сопли жевать и думать, как вот выехать там куда-то, как тысячи лет люди борются над своим индивидуальным чипом, зашитым в башке, как нам всем договориться. Мы будем вот так вот собираться, поверьте, по всей стране, в каждом городе, в каждом министерстве проходят вот такие мозговые штурмы. И ни к чему не приходят. Ни к чему не приходит, потому что нету бабла, чтобы были электронное анкетирование, чтобы все здесь присутствующие заполнили анкету на 1000 страниц. На 1000 страниц нужно заполнить анкеты, чтобы электронная база данных могла миллионы человек, проанализировав, понять, каким образом нас в команда построение сложить. Вот Давайте напишем проект. Ведем инвестора, чтобы он дал нам денег на эту платформу. Вот и все. Можно, конечно, таким образом идти. Я продвигаю идею микрофинансирования за счет граждан. Идея должна овладеть массами, потому что капитал никогда не будет в это вкладывать деньги. Государство по формальному признаку не может вложить в это деньги, потому что мы не сможем описать этот проект. Потому что для того, чтобы написать проект, вот человек работает в госструктурах, то есть был связан с госструктурами, когда какому-то министерству дается задание написать концепцию, доктрину там, или еще что-то, то есть выделяется очень много бабла, чтобы был стол, крыша, ну и так далее, чтобы команда сидела, работала, программисты работали и так далее. Без бабла это будет вот базар вот такой вот, который сейчас и происходит. Но поскольку работают камеры, мы чуть двинулись вперед, что работают камеры, и люди в интернете смотрят, присоединяются, приходят и также осуществляют микрофинансирование. Вот я 8 лет нигде не работаю, живу только за счет того, что незнакомые мне люди пересылают мне 100 рублей, 200 рублей, только чтобы я держал включенную камеру. Потому что иначе они никогда в жизни не узнают, а что происходит вообще, какой движ-то происходит. Потому что кто-то сидит в регионах и не понимает, что там, ну, кто, как, чего и так далее. Смотреть просто телевизор, но это зомбоящик. А тут уникальны такие... А какая-то программа-то кристаллизовалась уже, Ярослав. Программа? Сквозь все это. Программа. Чем я занимаюсь? Я создаю предпосылки для возможного изменения мировоззрения. Мировоззрение. Хорошо, изменилось у нас. Что делаем? Так это мы должны сейчас сидеть и обсуждать, как будет жить человечество, когда приходят вот эти технологии. То есть ответ нет программы. Ни у кого нет ответа. Вот есть у нас возможность летать. Вот все ФСБшники, все спецслужбы говорят: Ярослав, ну это шизофреником надо быть, вот это продвигать. Вот сейчас... Ярослав, я тебе лично не нападаю. У меня вопрос про что, есть программа или нет? Какая программа? Ну а что, по какой программе ты говоришь? Решение той проблемы, которую ты осветил за последних 5 минут. Такое ощущение, что нам надо выдать... Программы нету. Мы на планете 7 миллиардов. На планете 7 миллиардов. И мы все находимся в разных культурологических слоях. Ты видишь всю ситуацию больше и шире, чем мы. Да при чем тут я? Ты услышишь, что здесь касается дела нас каждого. Если 7 миллиардов на планете не договорятся, эти технологии не придут в нашу жизнь. Прорывные технологии могут прийти на всю планету. То есть, как Лада сказала, что... Каждый должен быть счастлив, каждый должен быть накормлен. Вот мировоззрение какое должно быть в голове. А на ограниченных ресурсах нас вбивают, человек человеку волк, и ты должен убить, иначе тебя убьют. Вот сегодняшняя парадигма. Я с тобой согласен. Как добраться до закрытого перечня людей, обладающих технологиями инновационными? Это нужно прикрытие и гарантии только президентские. Потому что на протяжении последних 100 лет ученых убивают. Форма частно-государственного партнерства устраивает? Вот опять, ты будешь гарантировать безопасность ученого? Да нафига ученого подставлять? Ну что за глупость? Если организовать целый неокр, то, естественно, нужно государство обеспечить. Я тебе говорю, технологии, о которых идет речь, это технологии двойного назначения. А ты говоришь, что у тебя есть инвестор, ты хочешь на рынке это продавать. Ты говоришь, на рынке продавать. Что есть заказы, что есть рынок сбыта, через те же самые частные поселения и так далее. Я тебе объясню просто один пример. Знаешь, как Хазин говорит, бомбу атомную бросит. Ну, Хазин говорит, бомбу атомную бросит, а ты говоришь, у меня есть рынок сбыта. Вот сотые телефоны, помнишь, как появились? Ну помнишь, как предпосылки были, как они появились? Да сначала космос развивали. Ну о чем ты говоришь? Это отрыжка космоса. Телефоны — это отрыжка космоса. Структуры, которые держали все сети городские, они убивали людей, кто продвигал на рынок сотовый. Но только через частное применение, через богатых, через умных, они начали появляться у нас на рынке Ярослава. Крутите промат. Все, побежали. Да. 20 минут опаздываем? Уже все, опаздываем, мне кажется. Думаешь? Я все-таки верну, да, у нас заключалась основная миссия встречи. Основная миссия встречи — это организоваться в команду, которая будет упаковывать в Ярославе. Нету систем. Но ее должны придумать за нас. Да. И описать свою презентацию, понятную для народа, для правительства. Дашка, готовы? Нам нужна команда. Все, мы на автобус побежали, иначе мы опоздаем. Мы сегодня без машины. Спасибо, пока. До свидания. Пока. До свидания. Я думала, ты нас снимешь. Да, и вас тоже. Бежим. Да, стоп. Мы на автобус пытаемся успеть. Успеем? Как ты считаешь? Да. Направо, да? Нет, туда. Вам Новокосино? Почему? Выхино. На Выхино. А на Выхино надо туда дальше идти. Лучше до Новокосино доехать. Там вот остановка. Не, нам до Выхино надо лучше. Тогда в ту сторону. Да. 602-й. Да. А он ходит еще? Да, вроде ходит. Все, отлично. Спасибо большое. Пока-пока. Ох, вырубай ее. Ну как тебя? Снимаешь. Честно? Ну, конечно. Вот мое мнение. Да. Ребята занимаются фигней. Так. Идея изначально замечательная. Но Лада молодец. У нее великолепнейшие ораторские способности. Вот так вот я начинала слушать. Но как менеджер, просто я ходила на курсы проектного менеджмента, я примерно знаю, что к чему. Честно, вот как организатор она никакой. Вот я посидела, человек вот извне. Мне идея нравилась. Мы уже с Катюхой обсуждали несколько лет назад о том, что вот было бы круто бы вот так же уехать там куда-то в Сибирь, там создать свое поселение, ну и бла-бла-бла. Все в этом роде. Примерно вот идея та же самая, что у ребят. Это все здорово, это все замечательно. Но это все такое разглагольство развели. Все, что нужно, это нужно найти единомышленников, те, которые хотят этого, переселиться и начать строиться, начать делать те этапы, которые они планировали разрабатывать, которые они просто вот бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и вот 2 часа бла-бла-бла. И все по факту. А все остальные люди, как они говорят, нужно подготовить людей. Да никого не нужно подготовить, правильных людей найдите, да и все. Если у человека есть идея, он будет следовать за ней. И его не будут останавливать никакие там межусобные передряги и так далее, там подобное, что несколько раз было упомянуто. Вот. Во-вторых, все такие умные, все такие что-то говорят. Один встал, да нужна информация, информация полно, нужны действия, а сам эту же информацию кидает в народ. Где у его словах действий? Непонятно тоже. Понятно, да. Вот. Видите, как тут красиво. Плюс ко всему, вот тоже было непонятно. Там люди все говорили одно и то же. Просто набор букв, набор слов. Ребята, молодая пара, начали говорить. Все, их сразу остановили. Что да как. Не надо вам говорить. Вы вообще что тут говорите. Нужна конструктивная тут. Конструктивный какой диалог, бла-бла-бла. Ну что за фигня такая, ребят? Камон! Сами-то научитесь слушать. После этого, я бы после этого слова бы не сказала. Че? Идем. Я просто на фоне. И плюс ко всему, очень много. Я просто в последнее время стала очень чувствительна к улавливанию информации. И я заметила очень много противоречий в высказываниях очень многих людей. Те, которые там говорят одно, там я хочу переселить свое поселение, а потом говорят, что а нет, Я, знаете, мечтаю пересесть в поселение, но я в городе-то нужна. И таких противоречий, вот, их в течение все вот этой дискуссии было много, очень много. Ну, просто разглагольство. Реально разглагольство. Ну, конкретное предложение тогда, давай предложение. Мое конкретное предложение, ребят, вы удочку киньте народу и соберите реально тот народ, который действительно живет этой идеей, который сам, не кто-то ему там сказал, и эта идея пришла извне, а у него внутри родилась идея создания своего экопоселения, создания житья в этом эко-вашем поселении. Вы когда соберете эту кучку народа, поверьте, у вас у самих все это пойдет уже по накатанной. Хорошо. Вся проблема в народе. И плюс ко всему, пожалуйста, Господи, уберите эти громкие слова типа «сатана», «рай на земле». Народ этого боится. Слишком громкие слова. Слишком громко. Хорошо. Стоп снято? Да. Стоп снято. Теперь надо выяснить, автобус идет. Ну, 23-29. Ну, должен быть сейчас автобус еще, наверное. Сколько времени? Сейчас. Что, не работает? Ты же вырубил камеру, сказала. Еще нет. Я же должен время запечатлеть. Успели мы на автобус? Подожди, вот. 23-23. Надеюсь, что успею. Я очень надеюсь. Вот. А про то, что она... Ладка молодец, конечно, но, блин, как организатор она... Вот, опять-таки, про проектный менеджмент, да, я говорила. В каждом проекте, да, по проектному менеджменту, есть определенные герои. Их там, по-моему, 6 личностей должно быть. В том числе, вот одна из личностей, это, например, та, которая, знаешь, ходит и как бы не то, что успокаивает, а вот держит вот этот весь коллектив в дружеском настрое, дружеский лад. И вот этот мальчик, да, которого несколько раз, блин, останавливали, несколько раз там перебивали, несколько раз ему делали замечания, Саша, который задавал вопросы. И такой человек тоже нужен в таком обществе, потому что он своего рода тестировщик, потому что вы всего не можете охватить, вы не можете многих факторов учесть, о чем-то можете забыть. А он своими вопросами вам дает понять и помогает вам вспомнить какие-то аспекты того, чего вы не захватили, о чем вы забыли обговорить. Да, прекрасно. Ну все, мороженое заслужила. Отлично, спасибо. Вот. Стоп. Вообще все смотри, шампуры в голове. Шампуры нужны? Шампуры? О, слушай, круто, давай, конечно. Ребята нужно отнести. А вообще я считаю, что все в голове. И не нужно там вот собираться так, сидеть, что-то там делать. Сделай себя счастливым. Сделай счастливым там окружающих себя людей. И этого достаточно. Ну, на этой позитивной ноте мы завершаем наш сюжет. А маршрутка до Выхино идет вот это? Мы не знаем, мы сами хотим до Выхино. А, это правильно. Метро Выхино. Точно, 602. Все, садись вперед. Здравствуйте. До Выхино едем. Да, да. С метро до Выхино. Да. Да ладно. До Выхино. А? До Выхино едем. Да, да. Быстрее, 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 быстрее.